Некоторые наши подписчики предложили нам сделать видео одним дублем. То есть не сшивать ничего, не подрезать, никак не менять ничего, а с одним дублем заснять то, как мы работаем. Попробуем это все на нашем так называемом карбоновом отделе. Итак, что же в нас в работе сегодня в нашем карбоновом отделе? Итак, чехлы. Вот, чехлы для айфона. 15 Pro Max, 12 Pro. Крышка для Mercedes 540K. Крышка двигателя. Кому непонятно, это крышка двигателя. Она состоит из двух частей. Здесь в этом отверстии находится блок управления двигателем. Вот так вот задумано, чтобы он охлаждался, потому что двигатель довольно-таки мощный, тюнингованный. По идее 600 лошадиных сил, а там на самом деле сколько, кто его знает. Коробка автомат, поэтому сейчас мы боремся с тем, чтобы коробка быстрее реагировала на переключение. Сейчас наш Mercedes едет 4.3. После того, как мы снимем весь обвес и заменим его карбоном, мы планируем до 3.7, до 100. Но это уже будет совсем другая история, и вы это все увидите, если подпишетесь на наш канал. Итак, продолжаем. Что-то мы отвлеклись. Максим здесь сделал два вида карбона. Твин и переходной подкованный карбон. Сказал, что когда он закончит, это будет очень круто смотреться. Ну, посмотрим. Это рваный карбон, который Максим использует, вот он, для того, чтобы делать детали салона. Все, что серебристое было в салоне, он делает из рваного карбона. На самом деле, это очень круто смотрится. Мы дойдем, я вам покажу. Здесь вот значок Mercedes, ставится он сюда. Я уже рассказывал в прошлых видео, как, что, к чему. Это будет из твила, с такого карбона. Это ручки переключения передач. Максим говорит, что они будут с твила. Посмотрим, с чего они будут. Это Tesla Model 3, задний спойлер с рваного карбона. Как он будет выглядеть на Тесле, вы увидите совсем скоро. Или они уже стоят на некоторых Теслах, но мы просто не видим, как они ездят, потому что мы постоянно находимся здесь. Так, дальше. Это запасы нашего. Это первый наш чехол карбоновый, но неудачный. Внешне супер, все супер. Но когда ты подносишь, вернее, одеваешь его на телефон, смотрится телефон очень круто. Но пропадает сигнал. Оказалось, карбон не пропускает сквозь себя сигнал. Вообще никакой. Кто бы знал, да? Так, вот рваный карбон, который у нас панель приборов, который Максим сделал специально для нашего проекта Mercedes-Benz 540K. Это твил. Так, твил, надо посмотреть твил. Вот. Это жабры. Не на Mercedes, на Lamborghini Urus Pickup. Так, что еще мы у нас сегодня в проекте? Ну, а так пока все. Казалось бы, с одной стороны много, и чехол, и крышка двигателя, и салон, передняя часть радиатора, решетки радиатора, тесловский спойлер, задняя часть Уруса. Все это много, но при этом все это мало. Как бы много, но рассказать нечего. Всего лишь на пару минут. Если вам заходит такой формат, съемка одним дублем, без монтажа, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал, и мы вам покажем и расскажем, что мы делаем, как мы делаем.
Да, я почти забыл. Максим сейчас снимает уроки о том, как правильно делать карбон. Оказалось, что этих уроков очень много. Один только урок про тому, как делать карбон на руле, занял очень-очень много времени. Оказалось, что это довольно-таки сложная работа. Ну, это, как сказать, уже совсем другая история. И вы ее увидите. Но при условии, что подпишитесь на наш канал, поставите колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео, которые уже будут с монтажом или без монтажа. Все зависит от того, сколько лайков наберет это видео и понравится ли оно вам или не понравится. Всем мирного неба, всем всего и побольше. И главное, чтобы все были счастливы. Ставьте лайк этому видео. Подписывайся на наш канал. И не забудьте про колокольчик. Всем приятного просмотра.